Соло на басу Сергея Паука Троицкого. Спасибо. Спасибо за донат. Сейчас посмотрим. Вот опять же, да, видите, хроматика, все сразу мимо. А так, нет, ну это просто бормотуха вот такая вот. Вот такое как бы соло. То есть ценность, естественно, ему техническая, ноль. Классический рассинхрон. Ну просто по классике. То есть все, все как обычно. Такое соло, ну, как бы, любой может, кто берет гитару, да, вы можете там бабушке, теще, свекру дать гитару и вот сказать, попробуй, и все там. Все смогут такое сделать. То есть это как бы, ну, ноль. Просто ноль. Поэтому, да, к сожалению, ни о чем. Почти гомон.